Всем привет! Сегодня я хочу поделиться еще одной радостью. Недавно ко мне пришел еще один нож. Пусть говорят, что он не нажиман, нет у меня ни баркливеров, ни широгоровых, но зато есть наши китайцы, братья. Вот, начнем обзор с ножен. Ноженки кожаные, кожа не больно толстая, бархатистая, но со вставочкой, прошита, есть веревочка. Защелкивается нормально, держит в любом положении, он фиксируется и так, и для левшей, и для правшей. Ну теперь о ноже. Вот такой нож iStart. Тут вроде нарисована рыба-меч, сталь на нем стоит АУС-8А, спуски вогнуты от середины с подводом. Ну что, по характеристике: длина 23 где-то сантиметра, длина лезвия 11, толщина 4,8, заявленная твердость 58 единиц. Ручки Микарта или G10. Ну, сейчас также попробуем его протестировать. Возьмем бумажку, порежем. Режет отлично, даже с выворотом. Проверим, протестируем, опять сделаем себе салатик. Начнем с огурца. Узнаем, ломают ли, не ломают. Можно ли таким ножом на пикничке или где-нибудь приготовить себе еду. Ну, пока нож справляется отлично. Режем. Вполне сносно. Режем. Помидорка домашняя отлично режет. Название вычитал: Survival Knife, нож выживания охотника, туриста. Видите, режет отлично. Молодцы китайцы, постарались. Ножик уже проверялся в лесу, показал хорошие результаты. Сейчас попробуем порезать ту же березовую палку этим ножом. В руке лежит отлично. Любым хватом. Проверим. Рез. Ну, рез вообще отлично. Замечательно. Береза. Не, мне нравится этот нож. Ребята, всем рекомендую. Стоит недорого. Мне обошелся в $29.